Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Телепроект покинул Станислав Дегтяренко. В их пару с Владой Ковалевской никто не верил, но тем не менее девушка приняла решение уйти с проекта вместе со Стасом. Иосифа Оганесяна отправили с острова Любви на Поляну. А на Сейшелы просится Мария Кахно. Девушка обратилась к поклонникам Дома-2 с просьбой активнее голосовать за нее в ТНТ Клаб. Стало известно, по какой причине выгнали из отеля Марину Африкантову, Лизу Триандафилиди, Виталия Малышева и Вальтера Соломенцева. Вальтер устроил в отеле настоящий дебош и повел себя неадекватно. В присутствии гостей отеля, в том числе и детей, он все время матерился, орал и даже хотел снять штаны, чтобы поплавать голым. О том, что было дальше, как Вальтер приставал к Лизе, довел девушку до слез, а затем чуть не сломал нос Виталию, мы уже рассказывали. Дима Дмитренко хочет попросить последний шанс у ведущих относительно свадьбы. Он понял, что виноват, обещает меняться. Теперь он будет ценить телепроект. Дима понимает, что за периметром у них нет ничего, ни жилья, ни работы, а проект им все это дает. Никита Шалюков удивляется, что он пользуется популярностью у девушек. Он нравится Эле Кудряшовой и Олесе Лисовской. Сам Никита выразил симпатию Юлиане Богомоловой. Девушка не отвечает ему взаимностью и даже готова прекратить с ним общение. Ольга Рапунцель показала эскиз своего свадебного платья. Вы, наверное, уже слышали, что оно стоит 600 тысяч. Я буду настоящей королевой на торжестве, а со мной будет мой король. Ксения Бородина вскрыла вранье Ольги. Как стало понятно из слов Бородиной в недавнем эфире, никакого модельера, дорогущей ткани или чего-то подобного нет и в помине. А все, на что может рассчитывать Рапунцель, это несколько платьев на выбор, которые предоставили ей организаторы. Виктория Романец тоже показала свое свадебное платье. Наряд Вики подвергся жесткой критике. Платье больше похоже на ажурную ночнушку, но никак не на наряд, в котором можно отправиться в ЗАГС. Глеба Жемчугова осудили за очередной неудачный выбор. Большинство его подписчиков считают, что новая девушка Глеба, миниатюрная эффектная брюнетка, совершенно ему не подходит. Скорее всего, девушка хочет пропиариться за его счет, а затем обязательно его бросит при первом же удобном случае. Настя Ковалева уже несколько лет занимается продажей женской одежды в интернете, а на днях она открыла собственный бутик в крупном торговом центре. Ольга Бузова и Ксения Бородина получили премии на одном крупном мероприятии. Ольгу Бузову наградили в номинации «Прорыв года», а Бородина стала блогером года. Ксюшу поддержали подруги Даша Пензер и Нелли Ермолаева. Влад Кадони тоже был в качестве гостя на этой премии. Он осыпал комплиментами Нелли Ермолаеву, которая когда-то ему очень нравилась, и бывшего коллегу по другому телепроекту Сергея Сафронова. Алиана Устиненко примет участие в другом конкурсе «Миссис Вселенная 2017», который пройдет на Багамах. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.